нас горный район, и, скажем так, процентов 70 нашей работы в горах – это именно перевозка и транспортировка вертолетом. А сесть не везде получается вертолет, поэтому приходится работать именно с помощью подъемных устройств. Десантирование отрабатывают как сами спасатели, так и медики с кинологами. Всего участие в сборах принимает 30 человек. Крайний вот раз мы эвакуировали из Фиштенновского массива пострадавшего с переломом ноги. Без вертолета просто бы никак. И такие работы следовательно необходимы, потому что нужна практика, практика, еще раз практика. Сегодня спасатели оттачивали мастерство на ровной площадке. Завтра условия будут максимально приближены к реальным. Сборы пройдут в горно-лесистой местности и над рекой.